15 волонтеров устроили субботник на водопаде Хальмер, что в 65 километрах от ныне нежилого поселка Хальмер-Ю. Место является особо охраняемым памятником природы. Добровольцы застали его в плачевном состоянии. Информационный щит расстрелян и повален. Вокруг горы мусора, стекло, пластик, остатки металлических конструкций и многое другое. Вооружившись мешками и перчатками, воркутинцы не забыли даже о сортировке. Что-то сожгли на месте, остальное, без малого 30 мешков, вывезли на свалку. Большие куски металла по договоренности с одним из транспортных предприятий в ближайшее время вывезут на вездеход.